Множество аварий и километровые пробки. Внезапный снегопад буквально накрыл Армению. Плохая видимость и заторы практически на всех автотрассах республики. Не стало исключением и столица. Там сильная метель парализовала работу городского транспорта. Подробнее о ситуации Ирина Макарчан. Сильный снегопад застал врасплох армянских автолюбителей. Многие уже сменили зимнюю резину на летнюю. И вот такую картину сегодня можно увидеть на дорогах столицы. Из-за гололедицы водители теряют управление. Избежать столкновений в такой ситуации трудно. Страховщики не успевают выезжать на место аварии. Побитые машины создают большие заторы. Из-за капризов погоды практически встал весь городской транспорт. На конечных остановках скопление автобусов и маршруток. Водители отказываются выходить в рейс. Коммунальщики не справляются. Посмотрите, что творится на дорогах. Я не выйду в рейс. Не хочу подвергать риску жизнь пассажиров. Ситуация в регионах не лучше. Там вьюга бушует уже целые сутки. На трассах гололед и плохая видимость. Спасатели получили сотни звонков. Практически на всех межреспубликанских дорогах и межреспубликанского назначения сейчас есть скопление автомобилей и ведутся работы по освобождению этих машин от заторов снежных. Сильный снегопад нарушил и планы фермеров. Непогода чуть не погубила плодовые деревья. Цветение абрикоса и персика было в полном разгаре. По прогнозу синоптиков, снегопад продлится до завтрашнего дня. Ну а ночью ударит мороз. Столбик термометра опустится до отметки -7. Потепление в Армении наступит только в начале апреля. Ирина Макарчан, Карен Петросян. Новости Содружества Армения.